Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я представляю вашему вниманию диораму у ворот Берлина, отлитую из смолы в масштабе 1 к 35. Коробка, как вы видите, самодельная. В серийном производстве такой диорамы никогда не было, поэтому она меня очень сильно заинтересовала. Откроем и посмотрим, что находится в этой коробке. Мы нашли вот такую вот колонну. Вся в отверстиях, отверстия от пуль, от снарядов. Очень реалистичная колонна. Достаточно качественное литье. Далее присутствует вот такой постамент. Это лестница, возможно, к Рейхстагу. Здесь даже вы можете увидеть слова выбитые. Непобедимый русский народ, Мишка, Мишин, мы из Одессы. Прикольно сделано. Штукатурка валяется вот здесь, куски стен. Ну, все как положено, когда были взрывы, бомбили. Скорее всего, это вот так вот предназначается к установке. Вот так. Вот здесь есть специальная ниша, куда вставляется сама колонна. Как-то вот так. И здесь вот тут вот косяк. Опа. Здесь есть один косяк. Смотрите внимательно. Видите, он. А колонна со стеной не сходится. Тут либо надо стену доращивать, либо колонну как-то регулировать. Но колонну уже подрезать смысла нет, потому что здесь вот это основание круглое. Она будет некрасиво смотреться. Поэтому, скорее всего, сзади придется доращивать стену. Вот, диорама немножко выглядела бы скучно, если бы не было людей. А здесь еще в комплекте есть люди. Солдаты, которые участвовали в штурме. Так, раз. Два. И три. Посмотрите, как качественно сделано и как очень тонко, и каждая деталька видна. В плащ-палатке каждая складочка видна. Очень красиво сделано и качественно. Так, посмотрим следующего. Вот, видите, даже медаль или орден, что это у него висит вот на груди. Две гранаты, галифе. Посмотрите, как сделано хорошо. Далее. Это скорее офицер, потому что у него пистолет за ремнем. Ну и офицерская шинель. Так, ну и, соответственно, есть у него здесь остальные элементы этих тел. Вот. Это головы, руки. Вот видно. Причем головы очень хорошо проработаны. Очень хорошая проработка. Очень тонкая. Смотрите. Вот. Так что без этих фигурок как-то немножко диорама смотрелась бы бедно. Даже самому приходилось думать, пришлось бы думать, откуда брать их и как их ставить. Ну, посмотрите. Так что вот. Вот этот весь набор, который был в коробке. Очень редкий набор. Таких наборов нигде нет. Практически нигде нет. Я думаю, их осталось не более 5-6 штук. Значит, артикул у этого набора SM850065. И хочу поблагодарить компанию I'm Hobby, которая предоставила этот набор к обзору. Ссылку вы найдете в описании этого видео. Спасибо большое вам за то, что вы со мной были. Если вам все понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!